студии информационной программы «Твои новости» Дарья Топчива. Здравствуйте. И сегодня вы увидите. Столетию геноцида армян посвящается. В ГДК прошла уникальная театрально-хореографическая постановка. На ней побывала Анна Мельченко. Размещая что-либо в интернете, помните, вашу страницу могут просматривать работники прокуратуры. О том, как в Армавире борются с экстремизмом в социальных сетях, расскажет Марк Бугаец. Свадьба, развод, рождение ребенка. Статистику важнейших событий в жизни армавирцев узнавала в отделе ЗАГС Ирина Чупина. Обеспечение льготников медикаментами, криминогенная ситуация в городе, досуг и занятость детей в летний период. Эти другие вопросы рассмотрели представители власти и общественности на очередном расширенном планерном совещании, состоявшемся 22 апреля в администрации Армавира. Подробности далее. Одной из первых тем, затронутых в начале расширенного планерного совещания, стала прямая линия с Владимиром Путиным, а точнее актуальные для Армавира проблемы, поднятые во время общения с президентом. Таким вопросом стало обеспечение льготников медикаментами. Перед нами также стоит задача разобраться в данном вопросе. Буквально накануне прямого эфира в этом зале мы проводили встречу с руководителями ТОЛС квартальными. Один из вопросов, который обсуждался и была обозначена проблема именно обеспечения медикаментами. Соответственно, даны поручения сегодня мной, службам, которые за эту работу отвечают, разобраться, где у нас происходит сбой, на региональном или на местном уровне. Поддержка российских производителей – еще одна из тем прямой линии. В Армавире в этом направлении наблюдается положительная тенденция. Андрей Харченко отметил, что ряд промышленных предприятий города, ранее закупавших детали для производства за рубежом, сумели перейти на импортозамещение. Привести территорию города в порядок – такое указание дал глава на совещании. Скоро краевые власти совместно с экологами проведут контрольные рейды, и Армавир должен быть к ним готов. Затронули и тему празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Подготовка выходит на финишную прямую. В частности, в Красной Поляне завершается строительство мемориального комплекса. Новшеством стало и создание в городе специального фонда для ветеранов. Я хотел бы поблагодарить депутатов городской думы за инициативу по созданию фонда для ветеранов в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Искренне спасибо. И, конечно, огромное спасибо активу, всем руководителям предприятий, организации всех форм собственности, всем жителям города Армавира, которые пополнили этот фонд и дают нам возможность еще активнее решать проблемы социально незащищенных слоев населения, решать проблемы ветеранов Великой Отечественной войны. Из доклада начальника Армавирского отдела МВД присутствующие узнали, что в целом в городе ситуация стабильная. Всего в первом квартале было зарегистрировано 662 правонарушения. Снижение небольшое, но имеется на 1%. На 17% больше уголовных дел направлено в суд. Общая раскрываемость составила 45,9%, что на 8,5% выше аналогичного периода прошлого года. Активная работа ведется в отношении одной из армавирских служб такси, занимающихся незаконной перевозкой пассажиров. За последние две недели действительно отдел МВД вместе с отделом транспорта администрации города отработали 12 транспортных средств, изъято нелегальных перевозчиков. На сегодняшний день будет рассматриваться вопрос в суде согласно действующего законодательства по изъятию данных транспортных средств. Каким будет отдых для юных горожан? Смогут ли трудоустроиться в летний период дети и подростки? Этот вопрос продолжил совещание. Известно, что по муниципальной программе «Дети Армавира» на организацию летней оздоровительной кампании выделено 7 миллионов рублей. Ровно столько же было и в прошлом году. А вот по краевой программе «Дети Кубани» в этом году количество путевок снизилось. На весенний период, а весна и осень – это путевки, предоставляемые в санатории, городу выделено всего 50 путевок. Загородные санатории. Если мы сравним аналогичный период 2014 года, городу было выделено 229 путевок в загородные санатории. То есть видите, что цифра значительно сократилась.
Основным и доступным видом отдыха для юных армавирцев станут лагеря дневного пребывания, а также дворовые площадки. В 2015 году будет открыто 17 лагерей при общеобразовательных учреждениях и 65 площадок. Кроме отдыха, армавирцы в возрасте от 14 до 18 лет смогут и поработать. Центр занятости населения совместно с работодателями предоставит временные места для трудоустройства подростков. Дарья Топчива, Станислав Чинский, служба новостей «Армавира». Ровно 100 лет прошло со времени трагических событий, когда турецкими властями было уничтожено более 1,5 миллионов армян. Однако последствия тех страшных событий армянский народ ощущает и по сей день. Ежегодно в Армавире, как и других городах мира, вспоминают погибших в период с 1915 по 1922 годы. 21 апреля в городском дворце культуры прошло необычное театрализованное представление, на котором побывала Анна Амельченко. Особая атмосфера в этот день царила не только на сцене, но и в зрительном зале. Это и понятно, ведь каждый пришел сюда, чтобы почтить память 1,5 миллионов жертв геноцида и побольше узнать о том трагическом времени. Хотелось бы сегодня узнать побольше об истории армянского народа, так как живем не в Армении, живем в России, на территории российского государства и менее просвещены этим информациям, датой. Я хочу все узнать, чтобы рассказывать своим детям и внукам. На самом деле эмоции и чувства переполняют, хочется ожидать самых ярких моментов, ту боль, что передали для нас, чтобы мы почувствовали ту боль, которую чувствовали раньше. Почтить память погибших прибыли представители администрации города и не только. Лейтмотивом этого мероприятия и других, посвященных этой трагической дате, были слова протеста и, конечно же, памяти. Девизом всего столетия сегодня является «Помню и требую», потому что помню, это то, что, несмотря на вековой давности, мы не забыли и никогда не забудем. Потому что все, что творилось с нашим народом, это навеки оставило отпечаток на генном уровне. А требую, в первую очередь, признания, требую, в первую очередь, ответственности, возмещения и всего остального, что вытекает из геноцида. И вот долгожданный момент настал. На большом экране одна за другой перелистывались страницы истории этого древнейшего народа. А на сцене появлялись герои тех давних времен. Слава Христу! Слава Тадеусу! Слава царю Абрааму! Создатели спектакля постарались познакомить зрителя с историей армянского народа, начиная с принятия христианства как государственной религии, охватывая времена геноцида и сегодняшние дни. Хореографом и художественным руководителем этой постановки стала Амалия Баблоян, которая прибыла в Армавир из Армении. Идею спектакля она вынашивала давно. Нужно было что-то сделать, чтобы рассказать в народе, кто мы, какая нация, откуда мы пришли и за что идут эти гонения. Только за веру, за христианство. Поэтому мы как бы обобщенно взяли эту тему христианства. Исторический молебен. Именно так называлось это театрально-хореографическое представление, где каждому участнику спектакля было что сказать со сцены. В танце, жестами, мимикой. Минутой молчания почтили всех погибших. Стоит отметить, что в Армавире мероприятие такого формата проводилось впервые. Уникальность постановки в том, что на сцене играли вовсе не артисты, а обыкновенные люди, которые решили вот так творчески донести до народа всю боль и трагизм этой исторической вехи. И надо сказать, им это удалось на славу. Настроение, тот заряд, который смогли пронести артисты, зрители сегодня почувствовали. Это ощущение величия человека, величия народа, ощущение единения. Потому что зрители увидели, что коллектив был интернациональный. Играли разные народы, разные люди. И все в сочувствии, сострадании, понимании выразили радость аплодисментами. От лица русского народа в этот скорбный день мы тоже присоединяемся. И мы поддерживаем армяне. И скорбим вместе с вами, разделяем ваше горе. Хочу выразить огромную благодарность всем организаторам, армянской общине, Григорию Рафиковичу, Амали Цулаковне за такое мероприятие, за такую возможность, чтобы наши дети знали нашу историю. Зрители не хотели отпускать артистов со сцены, даря им бурные аплодисменты. Анна Мельченко, Станислав Чинский, служба новостей «Армавира».
Руководитель Кубанского района Роман Архипов провел выездной личный прием граждан в поселке «Прогресс». Жители Ковалевского сельского поселения охотно пришли на встречу с главой и напрямую задали волнующие их вопросы. Жителей, пришедших на прием, беспокоят проблемы разного характера. Ремонт спортзала, транспортное обеспечение поселка «Прогресс», работа кухни в участковой больнице. Будет ли ремонт, капитальный ремонт больницы? Потому что больница в ужасном состоянии. Во время встречи с жителями поступила просьба о выделении стройматериалов для спортивной площадки в поселке Мирский. Обращение было удовлетворено в ходе приема. Далее Роман Архипов отправился с рабочей поездкой по ряду объектов Ковалевского сельского поселения. Под пристальным вниманием оказалась участковая больница поселка «Прогресс». Осматривая больницу, глава Новокубанского района общался с персоналом и пациентами. Скажите, вот как еда? Да ничего. Не, я имею в виду, ну, вот, по качеству, по вкусу. Да, хорошо все. Хватает? Конечно. Несмотря на то, что пациенты отмечали в целом хороший уровень обслуживания, руководитель муниципального образования все же дал поручение по наведению порядка в учреждении здравоохранения. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей «Армавира». Проблема национального и религиозного экстремизма стара как мир, но с развитием современных технологий и методы правонарушителей совершенствуются. Разжигать нетерпимость теперь можно, не выходя из дома, сидя за монитором своего компьютера. О том, чем может быть чревато такое поведение в интернете, расскажет Марк Бугаец. Некий житель Армавира по фамилии Шевченко оказался сетевым экстремистом. Как выяснили в прокуратуре, в 2013 году на своей странице однофамилец знаменитого украинского поэта размещал материалы, которые покойному классику и современнику Пушкина вряд ли пришлись бы по нраву. Суд этих его публикаций, размещенных материалов, заключалось в том, что христианская религия является человеконенавистнической религией. Ну и в самых нелестных выражениях он уничижительно обращался к религиозным идеям христиан. Произведения современного Шевченко не остались без читателей. Сотрудники прокуратуры вместе с экспертами изучили материалы и признали их экстремистскими, после чего направили дело в суд. Мы выясняли, когда проводили проверку, имеется ли возможность доступа на этой странице других лиц. И в вопросах этих людей, и по сведениям специалистов, которые мы привлекли, было установлено, что определить конкретный круг, кто может ознакомиться с этим материалом, невозможно, потому что доступ туда был по существу не ограничен. Аналогичная ситуация произошла в прошлом году с двумя другими армавирцами, которые на своих страницах разместили лекции религиозного проповедника радикального толка. Два лица на страничке в сети интернет, в которых были размещены данные лекции. Их привлекли к административной ответственности. Материалы в отношении них были направлены в федеральные суды города Армавира и Новокубанского района. Суды привлекли их и назначили им наказание в виде штрафа. И еще одно дело против жителя нашего города, которое пока что находится в производстве, было заведено в прошлом году. И вновь объектами ненависти в сети стали христиане. В этих нападках он оскорбительно отзывался о чувствах верующих людей, христиан. И по сути своего содержания также они могли вызвать возмущение у истинных верующих против такого отношения к религии и могли способствовать, провоцировать какие-то экстремистские выступления. Как отмечают в прокуратуре, в Армавире в этом году подобных дел заведено пока не было, хотя в крае за последние пару недель уже двум подросткам предъявлены обвинения по фактам разжигания межнациональной вражды в сети интернет. Возможно, это свидетельствует о том, что армавирцы стали немного терпимее друг к другу, а может, они просто стали лучше разбираться, что можно размещать на своей личной страничке, а что нет. Марк Бугаец, Александр Ширилеев, служба новостей Армавира. Эксперты утверждают, что в России за последние месяцы вырос уровень счастья. Сейчас в той или иной степени счастливыми ощущают себя 80% жителей страны. В ноябре их было 76%. Для многих из нас самые счастливые моменты – день бракосочетания и рождения ребенка. О статистике важнейших событий в жизни горожан узнавала у работников ЗАГСа Ирина Чупина.
Весна, как известно, пора любви. А это значит, с приходом теплых деньков у работников Армавирского ЗАГСа прибавляются работы. Горожане спешат узаконить свои отношения. Самый пик активности молодоженов приходится на конец апреля. Мы регистрируем достаточно много браков. Я думаю, что это заметят и жители нашего города, поскольку мы слышим звуки свадебных кортежей. И май – это будет небольшой перерыв, поскольку существует такая традиция, такое убеждение у молодых супругов, что май – это месяц ненадежный для регистрации брака. Хотя я, как специалист, считаю это мнение ошибочным. Ну а в июне опять активность, так сказать, будет повышенной. Сотрудники ЗАГСа регистрируют не только такие счастливые моменты, как бракосочетание, но и другие важные события в жизни горожан. С 1 января 2015 года по настоящее время наблюдается следующая статистика. Положительные моменты – это регистрация браков. 313 пар зарегистрировали браки с начала года, с начала 2015 года. И 780 родителей города Армавира стали папами и мамами. А отрицательные моменты – это расторжение брака, 251 брак в нашем городе расторгнут с начала года, и 780 смертей зарегистрировано. По данным отдела, с начала года особой популярностью при выборе имени для девочки пользуется имя София, а мальчиков армавирцы чаще называют Даниилами, Кириллами и Богданами. Ирина Чупина, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Обналичить материнский капитал смогут армавирские женщины. Правда, сделать это можно будет в отношении определенной суммы. Госдума одобрила законопроект о выплате из маткапитала 20 тысяч рублей. После вступления вышеуказанного закона в силу утверждения порядка предоставления единовременной выплаты, право на ее получение будут иметь граждане России, проживающие на территории страны. Напомним, средства, полагающиеся по сертификату на маткапитал, не выдаются в виде наличных денег. Их можно использовать для улучшения жилищных условий, получения образования одного или всех детей и увеличения пенсии мамы. В 2015 году размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. Для получения единовременной выплаты необходимо подать заявление в пенсионный фонд не позднее 31 марта 2016 года. Проект закона был внесен правительством России 17 марта. Марта текущего года. В Новокубанском районе состоялся традиционный турнир по футболу на приз летчика-космонавта СССР, генерал-майора авиации, дважды героя СССР, героя Кубани Виктора Васильевича Горбатко. Этот турнир проводится в муниципальном образовании уже 35 лет подряд. На этот раз в соревнованиях приняли участие команды из Армавира, Майкопа, Курганинска, Успенского района и Новокубанска. На стадионе города Новокубанска почетного гостя, летчика-космонавта Советского Союза, генерала-майора авиации, дважды героя Советского Союза Виктора Горбатко встретили по-кубански хлебом, солью. На турнир приехали жители со всего района. Ведь такую знаменитость воочию увидишь не каждый день. Мы, горожане, очень рады тому, что в нашем прекрасном городе есть такие герои, как Виктор Васильевич. Это, ребят, человек-легенда, о котором можно рассказывать часами. Человек с большой буквы. Виктор Горбатко поприветствовал ребят и пожелал им доброго здоровья. Обращаясь к участникам турнира, покоритель космоса выразил надежду на то, что они вырастут настоящими патриотами России. Не всем, конечно, быть футболистами, а футбол, он как вид и подготовки в жизни – и для здоровья. Главное – здоровье. Вот знаете, сегодня, вот что мне не хватает – это здоровье. Все остальное как-то, и, как говорю, переживешь, и все. А здоровье, к сожалению, не купишь. Поэтому я желаю, чтобы вы выросли здоровыми, крепкими ребятами. Те, кто окончательно выберет для себя одним из видов физической подготовки и спорта – футбол, пусть им остается. Но вообще у нас в стране профессий много, и везде нужны достойные люди нашей великой России, нашей великой страны.
Под гимны России и Кубани были подняты флаги соревнований. В играх приняли участие мальчики 2005-2006 годов рождения. Юные спортсмены старались на поле, ведь играть перед легендой отечественной космонавтики – большая ответственность. В финальной встрече со счетом 1-0 команду города Армавира победили новокубанские футболисты. После турнира все желающие могли пообщаться с Виктором Горбатко и сделать фото на память. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей Армавира. Это были все новости на сегодня. Далее с прогнозом погоды на ближайшие сутки вас познакомит Анна Омельченко. В студии была Дарья Топчива. До новых встреч на телеканале ТНТ Армавир. Одежду ведущей предоставил бутик женской и мужской одежды «Аделина». Улица Мира, 26, между юстицией и кассой банка «Кубань Кредит».